На втором поле предупреждение получает игрок команды «Друзья» под номером 88 Дверный Дмитрий. Чтобы потом не было, как в прошлый раз. А они точно заливают? Я точно еще не знаю, брат. Ты успел их почиститься? А вот только сейчас взять. Можете Wi-Fi подключить для WhatsApp? Не, ну для WhatsApp буду. Я же что, смотреть не будешь такого? Бра. Надо работать тут сидеть. Почему Wi-Fi? Да вот сам чистый что-то. Набирал сильно, брат.
Thank you.
кажется. Подожди, первый. Через сколько часов зарядит они? Они, может, не могут через часов 10 зарядиться. Понимаете? Я могу тупо залить сразу. Обязательно. Потом опять двойники будут. Ну, могут быть, потом, ну, с описанием будет правильно. Там счет будет как положено. Ну, там будет по два видео. Просто видите, надо вот так вот искать дальше. А эти надо просто вам вашему объяснить, чтобы они смотрели, не тупо смотрели, а чтобы они просто пролистали, а все игры будут. Нет, ну почему оно так происходит? Я же презент. Пойдем, идет,
На втором поле закончился первый тайм между командами «Харжа» «Друзья». Счет 1-0 в пользу команды «Друзья». Сая, брат, можешь? Есть наушники? Yeah.
Сега, Айнова, Айнова! На втором поле предупреждение получает игрок команды «Хорошо» под номером 19 Ергалиев Есен. Thank you.
На втором поле мяч ворота, друзья, забил игрок команды Коржа под номером 6 Уналов Набибулла. Мяч ворота Коржа забивает игрок команды Друзья под номером 10 Любигов Ярлан. Счет 2-1 в пользу команды Друзья. Come on.
На втором поле закончился матч между командами «Коржи», «Друзья», «Счет». Перейдем в пользу команды «Друзья».